Необходимо шукать усе магчымасці, каб оказать человеку допомогу, асабліва калі ён опынуўся ў складанай ситуации. Причым гэтае понятие не абмяжоўваецца некай одной тематикой. Оказание адраснай допомоги, электрификация гаражного кооператива, регистрация жилого дома, предоставление в аренду земельного участка. Особный блок – реализация декрета номер 3. Гамельчанка Ирина Аджигельдиева – индивидуальный предприниматель. У 2015-м протяглый час хварила, а тому частку податка у бюджет не перелічила. ФЗН заплачен был, пенсионный был заплачен, не было только доходного налога. Меня приписали в число иждивенцев. Поэтому вот пришла просить помощи разобраться в этом вопросе. Разгляд этой ситуации занял несколько хвилин. Женщина предоставить у створенную при гарвыканкаме рабочую группу необходимые документы. Решение будет становчим. Улечить все обставины и допомогчи. Ситуации, в которые трапляют люди, самые разные, а тому и разглядать каждый зворот необходимо индивидуально. Молодого специалиста скоротили одразу после отпрацовки. Работника звольнили по скорочении штата. У женщину не примали на працу по причине тяжарности. Теперь их працаўладкаваннем займется городский центр занятости, а от уплаты сбору на финансирование державных расходов вызволить рабочая группа. Наша комиссия вот все эти вопросы, конечно, будет рассматривать положительно, потому что есть все основания для того, чтобы принять такие решения. Ну и еще раз хочу сказать, что те, кто пока еще у нас не побыл, вот собирается, пожалуйста, приходите. Поверьте, здесь не только вы получите какую-то квалифицированную помощь и разъяснение, но и помощь конкретную в решении этой задачи, этого вопроса. Поэтому, вот если так просуммировать, у нас уже в городскую комиссию поступило более 1800 заявлений, и подавляющее большинство из них было рассмотрено положительно. Олег Сентюров, Сергей Нігеревич, Ігор Марищенко, телерадиокомпания «Гомель».